Я вернулся, проехав немного, немало. Видел я на весах жизни радость и грусть, но свобода и веры во мне разверсталась, покаянная, нежная, светлая Русь. А над нею весна, а над нею рассветы, а над нею цветут заливные луга. Ее вознесенная стать над планетой, пробужденной живинке земли дорога. Ее вознесенная стать над планетой, пробужденной живинке земли дорога. Ну, мы занимаемся организацией Всероссийского форума молодежных организаций, которые входят в Общероссийский народный фронт. На что рассчитываете? Мы приехали, так как поддерживаем инициативу Владимира Владимировича Путина. Эта площадка позволит молодежи объединиться, да, так как здесь собрались представители с разных регионов, да, практически со всей России. А вот сейчас уже чувствуете, что что-то все-таки происходит уже в сторону объединения? Происходит, потому что каждый день проходят учебные модули, молодежь, да, встречается, учится, обменивается опытом. Что бы вы сказали вообще всей молодежи? Молодежи России, я бы сказал, самое главное – это учиться. Нужно получать знания, нужно образовывать себя, нужно вкладывать в себя. Потому что вклад в себя – это вклад в свое будущее, а вклад в свое будущее – это вклад в своей родине. Мы во планетарное телевидение молодежи, обращаясь, как вас зовут? Меня зовут Максим. Максим, вы из Владивостока, сказали? Да. Вы победитель… Молодежных праймериз 2011. Цель основная участие в данном проекте это стать, конечно, депутатом Государственной Думы. Вы депутат Государственной Думы. Сели за стол. Ну. Ваше первое действие. А мое первое действие это все-таки наконец-таки, чтобы был принят федеральный закон о молодежной политике. Здравствуйте. Будьте любезны, Москва, молодежное телевидение. Каким вам будет видеться будущее России лет это через 10? На этот вопрос давно дал ответ классик. Любая страна будет ровно такой в будущем, какой является ее молодежь. А как вам молодежь? Молодежь в России выстраданная, умная, очень интеллектуально напряженная, ищущая свой и российский путь. Эта молодежь обречена на успех, на величие, на рывок к своей судьбе и на рывок к своей стране, в нашей любимой России. Олег Петрович, почему такой масштабный форум было решено провести на Липецкой земле и насколько он сейчас необходим вот этой молодежи, которая собралась, насколько необходимо вот это общение, ваше мнение? Я на федеральном уровне носил и продолжаю носить предложения. Молодежь – величайшая наша ценность. Молодежи ровно в 3 раза меньше, чем ее надо и чем ее должно быть, если каждая детородная женщина рожает 3 детей. А сейчас 1, значит, в 3 раза меньше. Поэтому эту величайшую ценностность, которая в том числе и ценностность как будущее, надо сегодня использовать в хорошем смысле слова, чтобы помочь ей и ее становлению. Такого рода форумов я предлагал, чтобы их было пяток на Дальнем Востоке и в Сибири,
около 4-5. В Центральной России 3-5. На Кавказе с молодежью нужно работать ежедневно, еженочно, ежечасно. Помогать и прислушиваться к ним. Тогда мы определимся с будущим России. Скажите, какая мысль первая родилась после общения? И что сделаете, придя себе в Липецк на работу? Первая мысль – это еще раз предложить на федеральном уровне, чтобы подобного рода форумы проводились ежегодно. В той кратности, о которой я сказал. 5 – Дальний Восток, Сибирь. 5 – Центральная Россия. 3-4 – Северный и иной Кавказ. Они должны проводиться раз в летних каникулах и несколько раз подумать в период других каникул. И что сделаешь? Что сделаю у себя в области? После всего этого, да. Что сделаю у себя в области? Ровно то, что уже сделали. Мы проводим ежегодный съезд наших молодежных организаций. Он у нас постоянно действующий. Период между съездами у нас работают эффективно молодежные парламенты. Мы обсудим на молодежном парламенте и то, и этого слота, и наметим новые пути. Спасибо. Если мы делаем вывод, Россия будет добрая. Да. Да. Россия будет интеллектуальная. Да. Россия будет умная. Да. И передовая. Да. Самая мощная держава в мире – Россия, да? Да! Приветствие предоставляется главе администрации Липецкой области, члену Высшего совета партии «Единая Россия» Олегу Петровичу Королеву. Привет, Россия! Ура! А теперь, дорогие друзья, ну прошу вас, прощения за начало очень серьезные. Вы видите все, что здесь написано? Нет. Вот здесь, видите? Кто зрящий, читай. Здесь написано, ты записался во фронт. А теперь, дорогие друзья, можно хоть минуточку, а серьезно? Не время, может быть, и не место, а может быть и время, а может быть и место. Я говорил эти слова в нашу прошлую встречу и счастлив тем, что ряд из вас, приехавших, помнят эти слова. Напоминаю их, они, к сожалению, грустные, и они вернутся вот сюда. Дорогие ребята, дорогие друзья, мы единственная страна на всем земном шаре. Мы единственная страна на всем земном шаре, которая своими руками только за последние 100 лет дважды уничтожила себя. В 17 году мы или наши старшие, будучи подвластными чужим наушничаньям, передрались на белых и красных, разрушили великую царскую Российскую империю. В 2000 году, будучи точно такими же дураками и идиотами, разрушили великий Советский Союз. Что интересно, Гитлеру по морде дали, Наполеону шею свернули, а своим отечественным идиотам никто не удосужился морду набить. Но сколько же можно своими руками уничтожать, напомню кого? Наша страна, я вам говорил в прошлую встречу, не просто страна. Это Божий промысел и Божий дар. Это целая цивилизация. Нет таких многонациональных стран, которые столько столетий и столько уже тысячелетий берегут,
настоящий союз между 109 по старой переписью, 150 по новой переписи, нациями и народностями, чем Россия. Американцы перерезали всех индейцев, сняли скальп с них и говорят, мы американцы, а мы сберегли всех. Да, эта история выстрадана. И именно поэтому при поддержке президента страны Дмитрия Анатольевича Медведева, лидер партии «Единой России», председатель правительства Владимир Владимирович Путин, вот этим предложением о создании фронта сказал, но сколько же можно разрушать свою страну своими руками? Ну давайте объединимся, ну давайте попробуем рвануть. Так, как говорит президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев, рывком по пути модернизации. Вот в чем смысл фронта. Я уверен, та динамика, которой поднимается Россия, я уверен, та динамика, с которой сегодня совершенствуется политическая система, та динамика, с которой обратилось общество и власть к молодежи, которая определяет будущее страны, гарантирует великую удачу на завтрашний день. Но есть одно но. А зачем я это вам говорю? Кстати, а зачем вы сюда приехали? Дорогие друзья, я хочу сказать только эту самую главную мысль того, что хочу сказать сейчас, и пояснить, зачем вы сюда приехали. Я счастлив тем, что вы приняли с уважением наше липецкое приглашение по приезду. Спасибо вам за доверие. Мы волнуемся, мы переживаем, мы постараемся сработать так, чтобы вы меньше на нас обиделись, что не так, но один из самых главных замыслов заключается в следующем. Дело в том, дорогие ребята, что наша страна будет ровно такой в будущем, какой является ее молодежь, то есть вы. Вот такими, какими являетесь вы сейчас, будет такой наша страна, будет такой настрой ваших детей и внуков. Но вы хотите быть успешными и счастливыми. Позвольте мне с моего жизненного опыта выстрадать вам один, я хочу только один единственный, самый главный аргумент вам сказать. Будьте добры, наберитесь терпения, за 2 минуты скажу, предупреждаю. Дорогие друзья, я потратил 40 лет жизни на то, чтобы изучить все, что только есть в мире, среди философских исследований, психологических, писательских, журналистских и всех специалистов в поиске ответа на вопрос, чем отличается успешный человек от неуспешного? Ну, значит, счастливый от несчастливого. Ответ прост. Он из 2 пунктов. Но этим пунктом одно условие. Счастливый не всегда самый умный. Счастливый и успешный не обязательно гений. Не обязательно. Так вот, вывод первый. Настрой на успех. Или настрой на успех, или как в прошлом году я вам говорил, вера в победу, настрой на победу. И тогда птица счастья почти у вас в руках. И тогда второй пункт. Второй пункт менее важный, чем первый. Второй пункт — это лишь кирпичики, которые можно добавлять на эту фундаментальную ценность, которая является настрой на успех. Во втором пункте это целеустремленность и постоянство работы над собой. Итого, сведите меня до уровня одного предложения. Это мое пожелание. Я желаю вам для успешности и счастья в жизни, выстраданных человечеством, всего лишь 2 пунктов. Первый. Постоянного настроя на успех. Согласны? И 2 пункта. Целеустремленности и постоянства работы над собой. Согласны? А тогда мне на этой трибуне больше делать нечего. Я пошел. Куда я пошел? Я расскажу, куда пошел. Я пошел с удовольствием обработать все выводы из моей встречи с большинством из вас, когда я прошел все эти палатки. Вы задали мне много вопросов. Вы спросили много советов. Я все сейчас отработаю и приеду к вам для того, чтобы с вами поговорить
только лишь в одной форме. Я буду отвечать, я буду только отвечать на ваши вопросы. Я ничего не буду вам ни читать, ни рассказывать, ни даже вот так выступать. Я попрошу вас изъявить желание, кто желает, в какую аудиторию, в какой области. Я готов приезжать каждый день из тех 7 или 8, сколько вы здесь будете. Готовьте вопросы. Но главный ответ вы уже получили. Настрой на успех, целеустремленность и постоянство работы над собой. Быть добру! Ура! Накуйте все ваши мечты, друзья, обязательно сбудутся. Верьте в себя, верьте в собственные силы. Сразу хочу сказать слова благодарности и подчеркнуть важность тех действий, которые направлены на формирование народной программы. Мы считаем, что все те предложения, которые звучат на улицах, все войдут или в региональном разрезе, или в федеральном народную программу. Скажите, пожалуйста, молодежное телевидение, будет ли вот вся эта молодежь разрабатывать новую модель России? Ну, я думаю, что что им рановато разрабатывать такую комплексную модель России, потому что здесь, ну, как все люди, которые по земле ходят, они по воде, да. Но предложения, правильно сказать, вот предложения, которые звучат от молодых людей с разных субъектов, это важно. Они будут собраны, видимо, вот эти все, которые. Во-первых, их нужно сначала на орбиту запустить, понимаете? Мало ли у кого что в голове. Кто ходит, умничает. Да, где-то там у себя на кухне говорит, а вот на таких форумах обосновать стесняется. Здесь же задача, чтобы обосновать, чтобы объединить вокруг этой идеи не одного там Ломейкина, да, а его подругу из Сочи, а гораздо большее количество людей. Вот в чем задача. Если человек умеет это делать, то, соответственно, эта идея, она уже превращается в результат. А сами вы как видите будущее России? Как это есть у вас модель сформированная? Я вижу будущее светлое России. Ну, светлое — это так слово. А вообще модель, что это ближе, к чему это? Ну, если говорить серьезно, то я считаю, что нам очень серьезная задача перед нами стоит в части модернизации экономики, для того, чтобы она эффективная была. Это первая экономика, да? Которая, конечно, чтобы она не зависела от нефти и газа, потому что нас сразу трясет, как только цена на бирже, она... А вот понятно, нечто, да? Идейное такое, что какая-то будет, какой-то будет экономически понятно, путь развития в идеологии, так скажем. Вот что-то очень важно. Вы такой вопрос задали философский, я начал только на него отвечать и сказал о диверсификации экономики. Но чтобы естественно, это целая совокупность, понимаете. То есть, вот это, может быть, взять тебя лучше отсюда. Страну любить надо и не грабить ее. Вот и все. Спасибо большое. У нас еще вся тема. Да, мы, спасибо. Добрый день, город Владивосток, родитель Праймерис. У меня вопрос вот какой. Понятно, что не все пройдут в Государственную Думу, даже которые пройдут внутрипартийные праймерисы. Что будут делать потом с теми, у которых вот столько молодых? Ведь кадровый резерв — это была программа, чтобы создать такую поисковую базу, в которую могли бы входить вот те, кому необходим этот поиск. Я думаю о том, что у нас в стране отсутствует молодежная политика, к сожалению. Я думаю о том, что, конечно, такой банк данных нужен. Мы должны, когда я говорю «мы», я имею в виду партию, федеральный центр, Москву, безусловно, подбирать активную молодежь. Инициативную, энергичную, пассионарную. Это главная задача. Давайте назовем это «Политика 2011.Живой журнал.ком». Напишите вот здесь. Верить нужно всегда, во-первых. Это даже невзирая, хорошо или плохо. Всегда надо верить. Это первое. А второе, у нас сейчас положительная все-таки динамика. Вот эти же съезды, эти же форумы, что-то молодежь начинает делать. В разных регионах она, государство дает возможность общаться людям. Потому что, находясь, к примеру, вот в одной области,
ты можешь реализовать свой проект, но опять же у тебя связи не позволяют обратиться, к примеру, за тем там же за финансированием, за поддержкой, за продвижением, там, к примеру, в этих же средствах массовой информации, рекламе этого проекта. А когда люди могут свободно общаться и делиться своими мыслями, это наоборот положительно. Ответить. Кем вам видится будущее России? Через будущее России мне видится только позитивное, потому что это самая лучшая страна. Я знаю, о чем я говорю, это не популистские слова, потому что я много поездил по миру. У нас самые красивые девушки, у нас золотой народ, самый добрый. И на самом деле Россия чемпион. Чемпион. Значит, Максим, я желаю вам стать депутатом Государственной Думы, не потерять вот этот вот позитив, не потерять, чтобы в сердце вашем, в глазах ваших было добро. И чтобы, став туда и пройдя в Государственную Думу, вам не перевесило вот это личные какие-то там, да, вот эти вот, как это, выгоды или что-то, а чтобы вы действительно служили своей родине России. Спасибо. И чтобы любовь к ней только росла и крепла. Спасибо. Да. Как нам губернатор сказал в Липецкой области, главное верить в себя, главное постоянная работа над собой, и все получится, ребята, только в путь. Вперед, все будет хорошо. Вперед. Ты нужен России. Ты нужен России, родная страна, во все времена сильна и сильна. Ты нужен России, как корни, как крылья, как правда во мгле, как хлеб на столе, как мир на земле.